Международный день защиты детей стал незабываемым для воспитанников детского дома. Ознаменовался он запредельным количеством гостей высокого уровня. Среди желающих привнести в жизнь ребят свою теплоту и заботу оказались звезды российской эстрады. Владимир Пресняков-старший, Николай Трубач, Виктор Салтыков, известный актер Артур Смольянинов и многие другие творческие личности. Коррекционное учреждение в первый день лета посетили и байкеры мотоклуба «Горцы Дагестана» и «Легион 05». Рев моторов мотоциклов и квадроциклов. И вот настоящие любители скорости. Дружная колонна въезжает в ворота детского дома, где их уже ожидают восторженные воспитанники. Старая добрая традиция в Международный день защиты детей приезжать сюда длится уже на протяжении 8 лет, говорит Чалап Нурмагомедов, президент мотоклуба «Горцы Дагестана». Считает, что своим появлением они привносят в жизнь ребят новые эмоции. Представьте себе, да, детям радость. Мотоциклы – это все-таки немножко адреналин, который получает ребят, да. И после этого приезжать сюда, получать вот это добрые глаза, и то, что они смеются, то, что радостно. Что может быть лучше этого? Среди любителей быстрые езды и Тагир Чавтаров, директор детского клуба «Тачки», по совместительству президент мотоклуба «Легион 05». Они также примкнули к ежегодной акции, устроив для ребят представление аниматоров. Он призывает всех людей откликаться на чужую боль и горе и просто быть неравнодушными людьми. Я вот хотел обратиться к людям, что, ребят, мы идем навстречу, мы делаем большие скидки, это благотворительная акция. Нельзя забывать этих детей. Не только 1 июня у нас есть, не только праздники, да? Нужно помнить, что помимо, да, у меня самого двое детей, это мои дети, я их считаю своими. Давайте обратим внимание на них, пожалуйста. Не успели ребята насладиться вдоволь приездом байкеров, как вдруг в воротах появились новые гости. Таких знаменитых людей в детском доме еще никогда не было. К ребятам приехали футболисты любительского клуба «Артист». Среди них исполнители российской эстрады, такие как Владимир Пресняков-старший, Николай Трубач, Виктор Салтыков, Юрий Лоза. 1 июня они приехали сыграть в матче легенд на Анжи-арене и решили пригласить воспитанников детского дома на это яркое событие. Мы вручаем вам пригласительный билет на футбольный матч. Просим получить, кто получит, директор. Да, пожалуйста, да. И вот такие прекрасные шарфики, которые, ну, вы уже сами там. Парням. Праздник действительно замечательный, и дети замечательные. И такой детский дом очень уютный, такой домашний. Вот детишки такие способные, такие и поют, и танцуют, и стихи сами сочиняют, и их читают. В общем, нам всем очень понравилось, мы с удовольствием сидели, слушали, хлопали. Замечательные дети, и очень хорошие, добрые такие. Воспитанники детского дома даже и представить себе не могли, что смогут повстречаться с таким количеством знаменитостей в один день. Ребята выступили со своими музыкальными номерами, а частичку своей теплоты детям подарила и российский композитор и певица Любаша, написавшая огромное количество песен для таких известных исполнителей, как Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров. Вместе с детьми она исполнила песню и подарила книгу со своими стихами из известного мультфильма «Барбарики». Не друзья, а для них, у друзей пустоты. Среди прибывших гостей молодой актер театра и кино Артур Смольянинов. Актеру удалось побывать в амплуа настоящего горца и почувствовать на себе весь пыл и жар национальной лезгинки. В интервью нашему каналу он отметил, что такие встречи с детьми взаимно обогащают и делают их и нас намного сильнее. Обогащающие такие встречи, они нужны и нам, и ребятам, потому что и для них это какие-то, да, какие-то совершенно новые впечатления и стимул куда-то двигаться, и для нас. Для меня, в частности, это какое-то
тоже понимание, да, да. Ну, то есть это и так понятно, но когда ты это видишь своими глазами, вживую сталкиваешься, что есть мир еще какой-то вокруг тебя, и что есть разные люди, что кому-то нужно помочь. Просто не взять что-то принести, да, там, купить, или, хотя это тоже, конечно, было не лишь, но просто пообщаться, просто уделить внимание. Очень важно внимание, когда человек понимает, особенно маленький человек, слабый, беззащитный, когда он понимает, что он кому-то интересен, что он кому-то нужен, что кто-то смотрит на него, кто-то заботится о нем, для него это, конечно, очень мощный стимул двигаться, тем более тогда, когда у него столько сложностей, которые ему, в общем, в одиночку, конечно, не преодолеть. Завершением праздника стало большое застолье, организованное банкетным залом «Фортуна» города Махачкалы. От этих встреч в памяти ребят останутся яркие воспоминания, автографы и многочисленные фотографии со звездами. Это, без сомнения, стимул двигаться вперед, загадывать новые желания и верить, что они обязательно исполнятся. Первый день лета в жизни ребят ознаменовался ярчайшим событием в их жизни. В памяти останутся автографы и многочисленные фотографии со звездами. И это, без сомнения, стимул двигаться вперед, загадывать новые желания и верить, что они обязательно исполнятся. Шахнават Кулиева, Шамиль Гусейнов. Новости Каспий ТВ.